вами Женя, английский за одну минуту. Условное предложение нулевого типа или zero conditional мы используем, когда описываем события, вещи, явления, которые всегда реальны и являются правдой. Схема условного предложения нулевого типа. В основной части предложения после if могут быть использованы различные времена группы present. Present simple. If you drop a book, it falls. Если ты выпустишь книгу, она упадет. Present continuous. When unemployment is rising, people always tend to stay in their present jobs. Когда безработица растет, люди хотят остаться на своих рабочих местах. Present perfect. When Fred has finished an article, he always asks Molly to read it through. Когда Фред заканчивает писать статью, он всегда просит Молли перечитать ее. В главной части условного предложения мы используем только present simple, иногда imperative или повелительное наклонение. Present simple. If you see it yourself, you understand how amazing it is. Если ты увидишь это своими глазами, ты поймешь, как это красиво. Imperative. When you go to a holiday to Brazil, take sun cream. Когда ты ездишь на каникулы в Бразилию, бери крем для загара. Случаи использования. Научные факты. If you hit snow, it melts easily. Если нагреть снег, он легко растает. Правило. The students are punished if they don't do their homework. Учеников наказывают, если они не выполняют домашнее задание. Очевидное утверждение. A computer doesn't work if you unplug it. Компьютер не работает, если отключить его от сети. Привычки. Anna goes to bed early if she works the following day. Анна ложится спать рано, если она работает на следующий день. Английский за одну минуту.